все вы из Орло, правильно? Все мы из города Горловки. Вы учитель русского языка, да. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Сереж. Так, ну скажи мне швиденько, як діти? Миша, Ваня, Швидень. С детьми все в порядку. Хорошо. З усіма. З усіма. Все, привіт всім. Пока. Угу. Давай. Пока. Давай. Щось я не зрозумів, а що це в українською мовою спілкуєтесь? А ми вдома розговоримо тільки на українському язикі. Поломали. Вы понимаете, вообще масштаб абсурда? Ну, я же не знал. Путин пришел. Не, я не об этом. Путин пришел защищать русскоязычных, которые дома разговаривают на украинском языке, которые в результате поехали убивать украинцев, но сами попали в плен. Это же как? Ну, абсурд. Это абсурд.